Вечерний эфир ТСВ продолжает «Экспертное мнение». В студии работают Александра Гашицкая и я, Светлана Мартынюк. И у нас сегодня в гостях политолог, депутат Верховного Совета Андрей Сафонов. Андрей Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Накануне парламент Грузии принял законопроект о прозрачности иностранного влияния. Пока его рассматривали в Тбилиси, было несколько массовых протестов. И такие законы, как меру защиты государственных интересов от иностранного влияния, сейчас принимают многие страны. Почему сейчас эта тема актуальна, Андрей Михайлович? Ну, потому что, во-первых, во всем мире обострилась схватка, кто будет на коне, а кто под конем. И, конечно, каждая страна хочет сохранить свободу маневра для себя. Грузия – одна из таких стран. Да, политика прозападная, да, воевали с россиянами в 2008 году. Но, тем не менее, та власть, которая есть сейчас, во-первых, она хочет рулить сама. Это первое. А во-вторых, она, как и Эрдоган, например, в Турции, не хочет, чтобы ей помыкали и командовали, что делать. Отсюда и такая достаточно жесткая реакция на попытку мятежа против закона об иноагентах. Но надо учитывать еще один момент. Закавказье все-таки это относится в значительной степени к Востоку. Хотя и говорят, что если Восток – дело тонкое, то Кавказ – дело грубое. Поэтому там взялись сразу за этих так называемых протестунов. Чего, кстати говоря, не было в свое время на Украине. Те, кто протестуют, да, это что за люди вообще? Кто становится вот этой основной движущей массой таких, ну, можно сказать, даже, да, восстаний массовых против принятия такого закона? Ну, это, скорее всего, не восстание, потому что восстание подразумевает некоторую, скажем так, экзальтированность, волнение, импровизацию, спонтанность. А здесь все заготовки, в данном случае, да? Здесь идет типовой цветной сценарий, ну, с некоторыми поправками. Вот. Если, скажем так, уже приелся такой прием, когда собирают пару десятков сумасшедших баб, которые вдруг визжать начинают и орать с выпученными глазами в белые одежды облаченные, то и это, насколько помнится из СМИ, было в Тбилиси задействовано. Да плюс еще там вдобавок пытаются, как говорится, сделать так, что якобы есть какие-то благотворительные НПО, которые кого-то там они кормят чем-то и так далее. Ясно, что это тоже уже приевшийся прием, но других приемов нет. Одни и те же кукловоды, это западные в основном, это Штаты и Евросоюз, и разведывательные службы, которые снабжают людей деньгами и всем необходимым. Так что в данном случае речь идет, во-первых, о полностью подконтрольных НКО и, безусловно, о том штабе, который, оставаясь пока что в тени, рулит вот этими всеми так называемыми протестами. Вы говорите о НКО, да, как одном из таких движущих элементов, да, инструментов этого влияния. Насколько вообще эта тема для Приднестровья актуальна? Я так понимаю, у нас есть закон, который контролирует деятельность некоммерческих организаций. Да, у нас есть такой закон. Был он принят еще в 2018 году. Президент нашей страны подписал его как раз 19 марта 2018 года. И, в общем-то, можно сказать и о другом. То, что у нас частичная подушка безопасности заключается в том, что называется синдром осажденной крепости. Но в самом деле, кто захочет идти под полоумных кишиневских националистов? Если бы Приднестровье было полностью признанное государство, и вот тогда бы приходили какие-то эмиссары, которые бы встречались с общественно-политическими активистами, силами теми или иными, и говорили: ребята, вот мы хотим сделать так, чтобы у вас было лучше, чтобы вашим государством рулили достойные и так далее. Ну, может быть, при таком раскладе какие-то шансы были бы. Но у нас ведь такого разговора нет. Есть простой разговор: идите под Кишинев, откажитесь от союза с Москвой, давайте выведем отсюда российские войска, заменим миротворцев на непонятный формат. Ну, конечно же, идиотов нет идти таким путем. Это получается: разоружись, подними руки и отдавайся на полную власть победителя. Такого не надо, и это никого не может соблазнить. Но в целом, безусловно, какое-то количество, пусть очень небольшое, людей, которые готовы служить такого рода целям, да, оно есть и может быть. Здесь ничего страшного нет. В любой стране какой-то процент вечно всем недовольных имеет место быть. Есть также и люди, которые искренне считают, что ситуацию надо улучшить. Вот как, это уже другой вопрос. Поэтому я думаю, что пока вот таким методом, как это делается в Грузии, как это делалось в других странах, нас, конечно, не развалишь. Но для того, чтобы сделать все, что западникам и румынам с Кишиневым нужно, они издавна идут немного другим путем, точнее двумя. К
Какой первый путь? Первый путь, я бы назвал это Майдан без Майдана. Ну, это пятилетка правления Шевчука. Когда не надо проводить никаких там манифестаций, митингов, не надо штурмовать Верховный Совет или правительство, надо просто посадить туда своих людей, в частности, в президентуру. Это было сделано. Да, не сработало. Общество оказалось более сознательным, более активным, более граждански ответственным, чем о нем думали те кукловоды, которые хотели нас изнутри разложить. И второй путь – это постоянно, как говорится, капать на мозги и стремиться сделать так, чтобы мы стали беднее, чтобы мы были более запуганными, не давать ввозить к нам, скажем, медикаменты, экспортировать нашу продукцию для того, чтобы мы просели из-за финансово-экономических трудностей. Вот в данном случае два таких пути к нам применяются. Если говорить о Приднестровье, вот этот закон, да, о некоммерческих организациях, он ограничивает работу этих самих организаций вот только в плане политической, да, участия в политических каких-то мероприятиях. Как, по-вашему, достаточно этого закона и вот этой меры? Я думаю, на сегодняшний день да. И вот почему. Ведь, в принципе, откуда угрожает главная опасность государству со стороны лиц, которые и структур, которые хотят опрокинуть существующую нашу государственность? Грозит из политической деятельности. Следовательно, если ты помогаешь там инвалидам, помогаешь детям-сиротам, вот, развиваешь журналистику, еще что-то, ну, это нормально. Всегда есть много людей, которые не хотят работать где-то в госструктуре, сидеть в офисе, там, скажем, с 8 до 18 или 19 часов. Они хотят реализовать себя вот в такой творческой работе, когда есть движ, когда есть постоянные какие-то смены впечатлений и так далее, когда от твоей инициативы зависит очень многое. Вот, мне самому эта работа хорошо знакома. И в данном случае это пожалуйста. Но если речь идет о том, что нет, независимое Приднестровье не нужно, давай там идем в Молдову под унитарную крышу и так далее. Нет. Такого, как говорил один киногерой, мы терпеть не будем. Но это же не всегда вот настолько напрямую, да, проговаривается. Да, вот что-то все так четко, да, либо да, либо нет. Вчера ну мы-то знаем, мы-то здесь, у нас государство небольшое, все друг друга отлично знают. Даже если появится какое-то неизвестное лицо, а его обладателю будет известно уже через два дня вместо одного. Поэтому, я думаю, здесь никто не ошибется. Вчера у нас в студии был политолог Игорь Шорников. Он высказал мысль, да, о том, что часто эти НКО могут заниматься внешне абсолютно гуманитарной деятельностью. Да, социальными проектами. Условная экологическая организация, которая в итоге в нужный момент все, как по щелчку пальца. Да, все люди, которые находились в этой организации, выходят на площади и начинают противопоставлять себя там, да, каким-то решениям власти. Как это происходит? Как обычные люди становятся из мирных экологов, да, вот такими политическими активистами? Надо еще учитывать, кто идет, особенно в европейских странах, в экологию. Туда идут тоже, в том числе, откровенные идиоты, которые помешались на зеленой повестке, так называемой, которая запущена с целью полностью разрушить промышленность в странах Запада и, прежде всего, Европы, потому что в Штатах им особо воли не дают. Да, они там тоже психопатничают, бегают, так сказать, скачут козликами, но, тем не менее, там никто не собирается особенно с ними считаться, потому что корпорации, производящие, тянущие сейчас к себе заводы из Европы, им это все не надо. Вот, никакие там Греты Тунберг не появятся, появятся, получат по голове сразу, вот. Поэтому это один вариант. Если, допустим, представить себе, что в Приднестровье складывается такая ситуация, а я видел, были некоторые попытки раскачать нашу обстановку, когда тролли из Кишинева и некоторых других стран начинали петь песни о том, что ну вот, скажем, в Рыбнице дымит ММЗ, в Рыбнице дымит цементный комбинат, как же так, это недопустимо и так далее. Да, проблема, конечно, есть. И фильтры, как говорится, понемножку ставят новые и все прочее. Но нам необходимо, чтобы у нас точно работали все предприятия, чтобы мы не накрылись медным тазом, чего добиваются эти якобы псевдоэкологи. Поэтому мы сразу все это, конечно же, отследим. И такая организация, она на белом свете долго не заживется. Вот. Конечно, могут и частные лица якобы выразить протест. Знаете, как из серии «Роль человека в истории». Но здесь-то уже они никак не будут зависеть от какого-то НКО или там от какого-то юридического лица. Здесь уже будет
поневоле и проще, и сложнее. Сложнее, потому что каждый гражданин, как говорится, имеет право протестовать против чего-либо. Просто протесты иногда они перерождаются в движение за обрушение государственности. И, конечно, тут уже будет речь не об НКО. А на Западе и в странах бывшего советского пространства там методика другая. Там они решили именно от лица юридических, так сказать, структур говорить. Вот это сложнее. Но у них же там еще и дали вдобавок им разрастись. В Грузии их несколько тысяч, как минимум. В Киргизии, когда свергали Акаева в 2005 году, тоже было несколько тысяч. У нас вот такого момента нет, да и людей у нас тоже поменьше. Но это не значит, что никто не отслеживает. В Киргизии тоже в этом году, по-моему, да, принят у них законопроект. Они вот его дорабатывали, скажем так, больше вносили дополнения. Ага. У них были попытки еще в нулевые годы что-то подобное создать. Но тогда все было слишком бурное, не успевал никто за событиями, поэтому так оно все и заглохло. Ну вот вы говорите, да, про отдельных людей, и что их деятельность тогда не может рассматриваться, да, в рамках закона о некоммерческих организациях. И я вижу, что этот закон в разных странах имеет разное название. Где-то о прозрачности иностранного влияния, да. Где-то вот у нас входит в пределы закона о некоммерческих организациях, где-то есть такое понятие, как иногенты. И есть. Оно как будто бы пошире и дает больше инструментов государству для защиты собственных интересов. Кто? Так это или нет, как вы считаете? Может быть, нам нужно такое понятие? И кто или вообще наоборот, такие иноагенты? Иноагенты — это те, которые получают иностранное финансирование для своей деятельности, будь то в области СМИ, будь то в области общественного, политического, в частности, партийного строительства и некоторых других сфер, которые напрямую отражаются на существующем в государстве порядке. В 1936 году впервые был принят такой закон в Соединенных Штатах Америки. Там он вначале был особенно жесткий, как говорится, головы не поднять. Потом некоторые сферы просто вывели из-под юрисдикции данного закона. Но до сих пор один из самых особенно, жестких. Да. Ну там закон о лоббизме у них как бы отдельно начал рассматриваться, и эта сфера, она стала тоже совершенно отдельной. Но и туда дотягивается жесткая лапа закона. Там мониторят, что если лоббист действует в интересах иностранных государств, тогда против него вводится целая серия ограничений. Ну, у нас, опять же, государство меньше, и не столь развито может быть партийное строительство. И в сфере НКО тоже. Поэтому у нас, наверное, может пока ситуация ограничиваться воздействием того закона, который у нас есть. Если клюнет жареный петушок в одно место, тогда можно будет, опираясь на объективные данные, на ситуацию, уже рассмотреть дальнейшие варианты. Но надо сказать, что в целом приднестровское общество, оно показывает себя зрелое. Да, не все довольны властью, и это нормально. По-другому быть не может, наверное, и не должно. Да, власть делает, что может в этих условиях, но где-то, наверное, и не дорабатывает, где-то принимаются решения ошибочные, это тоже нормально, этого никто и не скрывает. Вот. Но тем не менее, и общество, и государство идут в главном нога в ногу, а именно то, что необходимо добиваться укрепления нашей самостоятельности. Иначе придут вот эти самые, как мы говорили уже, городские сумасшедшие, которым волей судьбы западных стран и Румынии дали возможность вскочить во власть, и нам мало не покажется. Но этого никто, я думаю, не хочет, и, по крайней мере, мы хотим сохранить у себя возможность самим распоряжаться своей судьбой. Где вот эта грань проходит? Учитывая ваш многолетний опыт и в сфере журналистики, и в сфере политической, где кончается конструктивная критика и начинается работа на, не знаю, продвижение чужих интересов? Конструктивная критика, она простая, как ленинская правда, как в свое время привыкли говорить. Если мы заявляем, что вот здесь-то плохо, и мы хотим это сделать хорошо в рамках нашего государства, и, соответственно, если мы даже хотим, чтобы была другая власть, но, опять же, наша приднестровская, которая лучше укрепит экономику, быстрее добьется независимости реальной на международном уровне, которая сможет поднять жизненный уровень народа, тогда, конечно, это здоровая, нормальная критика. Если речь идет о том, что мы не состоялись, мы не смогли, хватит уже, давайте откажемся от государства, давайте пойдем в Молдову, лишь бы кончилась неопределенность, а вы посмотрите, как в Европе здорово, какие там порядки.
или в Румынии, это тогда уже подрывная деятельность, совершенно очевидно. Отсюда уже и действия в отношении первых одни, и вторых совершенно другие. И, наверное, еще в контексте этого разговора хотелось бы поговорить о дипфейках. Это в нашей приднестровской реальности такой момент, который вот буквально недавно появился, да, видели. Активно стал использоваться, появился, я бы так сказала. Да, появились ролики, ну, по крайней мере, вот один точно заметили с участием министра иностранных дел, где он говорит вещи, которые, ну, не может говорить министр иностранных дел Приднестровья. Как их оценивать, как реагировать, и действительно ли вот нейросети тоже становятся вот таким инструментом, не знаю, иностранного влияния, или как вообще воспринимать вот такие... Первое время, я думаю, это будет для кое-кого шокирующим образом, когда он увидит себя либо в виде оратора такого рода, либо там, как уже сделали про некоторых политиков Европейского Союза дамского пола в пикантных положениях. Вот, так что там, как говорится, уже хоть стой, хоть падай. А потом это будет снова вызывать очень мало эмоций, потому что действие рождает противодействие. Сделали про тебя... Через некоторое время прилетит ответка, когда человек, который все это курировал, вдруг узнает о себе очень много нового, о том, что он сказал, где и с кем он был и так далее. На каком-то этапе люди устанут и присытятся этим делом. Но на первое время надо быть готовым к тому, что искусственный интеллект хорошо поработает, заказов у него будет много, и некоторые люди... будут жить в параллельной реальности со своими двойниками. Это связано с, вот, с иностранным, да, вот, вмешательством в дела, внутренние дела государства? Да? То есть это можно расценивать это как инструмент? Это одно из направлений. Я думаю, еще второе, тоже более такое даже перспективное направление, это будет в рамках отдельно взятых государств разборки на уровне руководителей экономических корпораций, финансовых структур, партий различных, которые борются за власть. Ну, словом, а потом и на уровне, кстати говоря, рядовых граждан, чтобы уязвить, обидеть кого-то, подколоть, отомстить за что-то. Поэтому рано или поздно это охватит буквально все. Но, повторяю, через некоторое время люди присытятся. Тут вот еще что интересно. Действительно, искусственный интеллект, он носит новое даже в политическую борьбу. Но, опять же, это борьба обоюдоострое оружие. Поэтому на сегодняшний день надо быть готовым, что в ближайшую перспективу только будет наблюдаться рост такого рода дипфейков. Что делать? Технический уровень именно такой. А что делать с ним? Как понять обычному человеку, что сейчас не стоит паниковать? И действительно, эти слова не мог произносить министр иностранных дел, хотя выглядит это все именно вот так. Я думаю, необходимо немножко перестроить систему государственной и общественно-политической пропаганды. Конечно, когда выползает застегнутый на все пуговицы диктор и чеканным голосом говорит о том, что нет, там мы этого не говорили ни в коем случае. Наверное, это надо учитывать еще и язык молодежи, язык людей среднего возраста. Одна, две, три минуты насмешливого комментария. Вот и все. И обещание, что вскоре руководитель недружественного государства заговорит иным языком и в пользу того, о чем говорим мы. То есть, вот опять же, информированность, да, нужно повышать. Информированность и ответить на удар еще более болезненным и жестоким ударом. Спасибо, Андрей Михайлович. У нас в студии был депутат Верховного Совета, политолог Андрей Сафонов. Днестр снова поднялся. Вот с этой новости мы начинаем, пожалуй, уже практически каждый день вторую неделю. Поговорим об этом сегодня, что происходит все-таки с нашей рекой, почему так часто уровень воды в Днестре растет. С нами на связи директор Дубосарской ГЭС Борис Герман. Добрый вечер, Борис Ильич. Здравствуйте. Мы знаем, что сейчас вода в Днестре растет из-за сбросов воды Новоднестровской ГЭС в Украине. Но если пару недель назад мы с вами обсуждали о том, что это разовые сбросы, единичные, то сейчас вот с завидной регулярностью, раз, да, с такой, с постоянством это происходит. Не пора ли нам паниковать? Нет, паниковать не надо. Причина та же, что мы обсуждали в прошлый раз, это дефицит электроэнергии в Украине. На данный момент времени ситуация там с электроэнергией ухудшается постепенно, поэтому они начали работать тоже залпово, но более часто, то есть уже каждый день работают Новоднестровская ГЭС. Но, на мой взгляд, это не будет долго продолжаться, потому что водохранилище у них постепенно пустеет. Они на данный момент сработали уже 5 метров от того уровня, который... был изначально, начали они сработку где-то, ну, примерно месяц назад, вот так. За этот месяц они сбросили нам
ну, по нашим прикидкам, 800 миллионов кубов воды. Это примерно три наших водохранилища. То есть за этот месяц у нас водохранилище три раза поменяло воду полностью наше. Опять же, я говорю, что это связано с дефицитом электроэнергии в Украине, поэтому ну, там не тоже водохранилище не бесконечное. Вот, у них сейчас на данный момент отметка 115 метров. Вот, ну, минимальный уровень минимальной отметки у них 102 метра, но там у них есть потребители воды, водохранилище, в частности, Черновицкий водозабор. Вот, поэтому, насколько я знаю, он на отметке где-то 110-111 метров. Поэтому я думаю, что они это будут тоже как бы принимать в сведения на данный момент и должны, по идее, остановиться. Уже они нам пропланируют 200 кубов вот, на следующие сутки. Поэтому 200 кубов – это уже такая норма, да, получается? Это уже гораздо меньше, ну, чем то, что сейчас. Я помню, вы давали данные другие. Они залпово нам сбрасывали 1800. Uh-huh. Значит, максимально у нас был сброс где-то около 1000, больше 1000. Вот. Потом мы перешли на 950, держали примерно чуть больше суток. Потом начали уменьшаться. Сегодня утром у нас сброс сейчас составляет 650 кубов. То есть мы уже пошли вниз. Уже снижение. Вы поддерживаете связь, да, с диспетчерами Новоднестровской ГЭС? Или как этот контакт происходит? Они сообщают этот о том... Этот контакт происходит через Молдову. Ну, через насколько Молдавск. Я знаю, в последнее время он никак не происходит, по большому счету. Мы просто уже по постфактам узнаем. Мы получаем данные, но один раз в сутки. И получаем данные еще по водопостам, где косвенно можно судить о том, как эта волна идет, мягко говоря. Вот. Там и водопосты и нашей метеослужбы, и молдавской метеослужбы. То есть вот так мы получаем информацию. Борис Ильич, так как информация... напрямую мы не работаем. Напрямую у нас нет связи с Новоднестровской ГЭС. Ну, так как вот вы говорите, что информация косвенно, да, так поступает, можно ли спрогнозировать ухудшение ситуации? Как быстро вот, мы здесь поймем, что что-то идет не так, что идет какой-то большой паводок? Вот мы вспоминаем все ситуацию 2008 года. Ну, я вам скажу, что у нас прямые связи с молдавскими коллегами есть. Прямые, это вот можно позвонить и спросить, как там обстоят дела. И получаем ее довольно-таки быстро. Поэтому как бы вот неожиданности для нас не будет. Ну хорошо, получаем мы ее достаточно быстро, но вы говорите о том, что ситуация с электроэнергией ухудшается в Украине, и вот сейчас за этот небольшой промежуток времени уже трижды сменила воду наше водохранилище. Мы знаем, что объемы нашего водохранилища, они все же намного меньше, чем та вода, которая может чисто теоретически прийти сюда, да, опять же, вспоминая 2008 год, когда практически уже, там сколько, 20 сантиметров оставалось до выхода за пределы плотины. Насколько вообще критично может ситуация поменяться и за какой промежуток времени? Ну, на данный момент я не вижу никакой критичности. Дело в том, что у них приток сейчас составляет где-то вот, среднесуточный, у них за прошлые сутки был 114 кубов в секунду всего лишь. Вот. Но он может поменяться только если какие-то дожди пройдут в Карпатах. Интенсивные дожди, и тогда может поменяться ситуация. Но так как они сработали, будем считать, вот уже у них 5 метров сработки, это нормальное подпорное уровень. Плюс у них есть аварийная, так сказать, емкость, еще 3 метра. То есть у них, по большому счету, есть 8 метров, куда они могут эту воду принять. И они вряд ли нам будут ее транзитить. Вот. Поэтому я думаю, что они будут накапливаться, если какой-то вот большой паводок у них верховье пойдет. Если мы правильно вас понимаем, сейчас уже, скорее всего, вот этот подъем Днестра – это один из последних за, ну, вот на ближайшее время, а потом, скорее всего, вот по тем показателям, которые вы озвучиваете, на водохранилище в Новоднестровске перейдут в режим накопления, да, и у нас тоже вода в Днестре придет к какой-то норме своей. Ну, она, мы надеемся, что она придет к норме, но у нас опасения, что вообще может не быть воды. Вот, потому что но у них вот даже два года назад у них притоки были по 50 кубов в секунду всего лишь в течение длительного времени, там, в течение трех месяцев.
То есть если у них не будет воды, они нам что будут давать? Они не могут не накапливаться, и сбрасывать у них тоже нечего будет. Они вот 2 года назад вот при таком притоке, они за лето упали на 5 метров. Вот у них было там 119, они до 114 отметки упали. Ну, так примерно, вот я вам говорю. Поэтому я не знаю, а сейчас у них уже 115 метров на данный момент, и они, если будут снижаться, то чем работать? То есть мы опасаемся паводков, а на самом деле ситуация абсолютно противоположная. Наоборот, нехватка воды быть. И, насколько я знаю, сейчас Молдова тоже задает вопросы украинцам по этому поводу. Потому что, ну, представляете, летом, сейчас у нас лето на месяц раньше пришло, уже жара стоит, что будет летом, если будет жарко, вода еще мало будет сбрасываться, еще испарение будет большое, и что мы будем иметь, Дмитрий? Трудно сказать. Да, да. Так, хорошо. А если вот ваши худшие прогнозы сбудутся, то чем это чревато? Ну, чем грозит для нас? Ну, это грозит тем, что водозаборы могут вообще оголиться, мягко говоря. Но Кишинев точно берет воду с Днестра. Вот. Дубосары, они берут воду с артезианских скважин. Нет водозабора с Днестра самого. Вот. Там может пострадать города, там водоводы, наверное, Тирасполь где-то зацепит. Может такое быть. Ну, то есть это обмельчание получается? Опять гидрологическая засуха опять грозит, да? Ну, наподобие того, может быть, да. Ну, потому что основным регулятором воды на Днестре является Новоднестровская ГЭС. То есть тут нельзя, и много воды плохо, и мало воды тоже. То есть если они являются регуляторами, а они свое водохранилище сейчас уже сбросили и почти до минимальных уровней, то надеяться на то, что в Карпатах пройдут дожди, но это как бы близорука, на мой взгляд. То есть для того это водохранилище и создано, чтобы в течение года, потому что оно годового регулирования, поддерживать определенные уровни в реке Днестр. Если они свое водохранение сейчас вот такими путями сбрасывают, то чем же они будут регулировать дальше? Просто такой вопрос задаем. Хорошо, если там пройдут дожди в верховьях, и она опять пополнится. А если не пройдут? Очень большой риск, да? Это тоже такая сезонная проблема, я так понимаю. Если и будет, то это вот на период лета, да, а дальше до первых больших дождей. Да, будем следить за ситуацией. Спасибо большое. С нами на связи был директор Дубосарской ГЭС Борис Герман. Ну а это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости, все самые важные события этого дня. Не переключайтесь, оставайтесь ТСВ. До встречи.